Всем привет! Масленников Роман, директор пиар-агентства «Простор» и основатель пиар-клуба «Пиариум». Хочу дать отзыв на наш совместный мастер-класс с Александром Белановским, мастер-класс-вебинар, так скажем, на тему «Как написать, издать и раскрутить свою книжку». Как издать бестселлер без вложений. Мне очень понравилось работать с Александром, потому что это фееричный продавец. Он не говорит, что я сейчас вам просто что-нибудь рекомендую там купить. Он жестко говорит, либо вы с нами, либо вы против нас, либо вы там, либо вы сям. И все становится как бы ясно. Вот это за фееричными выступлениями и продажными речами Александра просто стоит понаблюдать со стороны, чтобы хоть раз в этом убедиться. Ну и мне запомнился один момент очень классный, как он ведет вебинары. Я так не умею, но вот честно зацепило. Когда я рассказывал про то, как вы пишете бизнес-роман, это третья фишка написания книги, я говорил так, что типа вы выступаете практически творцом своего произведения, как бы богом. И тут же голос Александра, переслушайте этот, он висит в доступе, этот бесплатный открытый мастер-класс. Значит, я говорю, вы будете настоящим творцом, Александр. Если вы хотите стать богом, поставьте плюс. Если не хотите, поставьте минус. Вот, поэтому, если вы хотите стать богом, суперавтором и издавать качественные, хорошие книжки, чтобы их все читали, поставьте лайк под этим видео. Если нет, пошлите, пожалуйста, подальше. Это все дело к чертям собачьим. Всем большое спасибо. С вами был Масленников Роман, Простор и Пиариум. Пока.